начиная с 5 июля начался другой отсчет. Действительно, мы можем констатировать, что у нас жизнь мирно возобновилась. Я, городской голова, наблюдаю, что у нас идет увеличение сборов налогов, открываются новые кафе, магазины, рестораны, начинается мирная жизнь. Оживление бизнеса говорит о том, что люди поверили в то, что уже война на нашу территорию не вернется, поэтому начинают налаживать производство. Это, безусловно, хорошо. Наша задача, наверное, жителей, я говорю сегодня не только о власти, да, а всех жителей города, действительно проанализировать эту ситуацию, сделать все возможное для того, чтобы события 2014 года никогда больше в нашем городе и нашей стране не повторились однозначно. И поэтому мы, как никто другой, понимаем, насколько важен сегодня мир в Украине, достижение этого мира, чтобы не рвались снаряды, не гибли мирные жители, военные, чтобы началось восстановление того, что разрушено, экономики в первую очередь, потому что именно финансовые потоки могут возродить и Донбасс, и наш город. Понятно, что не в наших силах, да, такое массовое празднование, привлечь такие огромные силы, ну, там, коллективы с Харьковской области. Да, безусловно, приезд был приурочен именно приезду и президента, и министра внутренних дел. Мы все это планируем сделать более камерно, небольшой митинг. Также должна была состояться выступление творческого коллектива театрального, кстати, наших земляков, народного артиста Украины, уроженца поселка Семеновка. И представлять они будут пьесу в отношениях Ивана Франка со своей супругой. То есть тоже такая символичная пьеса, которая сегодня пройдет в библиотеке. Ну и без таких масштабов, скажем так. Ну понятно, что приезд и президент, и Санавакова, он внес свои коллективы.